Коллеги, празднование сегодняшнего праздника глубоко сейчас в это время символично. Это день не только день независимости, но это день нашей государственности, это день нашей общности. Сейчас, именно сейчас, рождается понятие нации, украинского народа. Вы знаете, вот на протяжении многих десятилетий даже мы говорили, что мы живем в тяжелое время, в это тяжелое время. Я эти разговоры слышу с 85-го года, с перестройки. И вот, наконец-то, оно наступило, таки тяжелое время. И то, что нам казалось тяжело и плохо раньше, оказывается, мы тогда жили хорошо. Но сегодняшнее событие, сегодняшнее наше состояние души, сегодняшнее наше настроение вселяет надежду и уверенность, что все стабилизируется в скором времени, что мы будем как никогда крепки и сплочены. Наше предприятие, я не устаю повторять, самое лучшее в отпуске. И тому доказательство и наша работа, и наш отдых, наше занятие спортом, то, что мы лучшие, даже доказывает вчерашнее, что мы по рыбалке в отрасли выиграли первое место в Кызымысе, в Херсоне. Даже эти факты говорят о том, что мы идем правильным путем. Я разрешите объявить митинг, посвященный празднованию праздника государственного флага Украины и Дня независимости, считать открытым. Слово для приветствия предлагаю первому заместителю главы корабельной администрации Гвозденко Александру Павловичу. Дорогие порточане, разрешите от лица администрации корабельного района поздравить вас с наступающим праздником государственности. Это день флага и день независимости. Да, сложная дорога в нашем государстве всегда на нашем жизненном пути способствовала. Как развилось наше государство? Были трудные моменты, были хорошие моменты. Но тем не менее мы добились своей независимости. 23 года мы фактически есть независимое государство. Тяжелый этот путь, не все сразу удается. Всегда как бы у любого молодого государства есть какие-то проблемы, есть какие-то вопросы, есть те вещи, которые получаются, и невозможно их решить быстро. Но самое главное, что у нас, как у нормальных, простых людей, должна быть всегда цель. Один мудрый китайский мудрец говорил, что если у человека и общества есть цель, всегда будут препятствия. Но если человек имеет цель, все препятствия эти все преодолеет и обязательно добьется своей цели. Я хочу сказать, что мы тоже, как молодое развивающее государство Украины, преодолеем все препятствия, которые у нас возникают в данный момент. И мы всегда добьемся нашей цели, это достойного государства, достойной жизни для нас всех простых людей. Я хочу вас поздравить с наступающим праздником, праздником День флага, День нашей независимости. Я в этот день хочу пожелать самое главное, это мирного неба над вашими всеми, над нашими головами. Это твердости духа, уверенности в себе. Так держать, так продолжать. Всего самого наилучшего. Здоровья, счастья и процветания.